Не все вулканы катастрофически разрушительны. И один в особенности показывает нам свою силу Создателя. Гора Килауэа находится в самом центре Гавайских островов. И является одним из самых активных вулканов в мире. С 1952 года было зарегистрировано 34 извержения, а ныне действующее продолжается с 1983 года. Особенность этого вулкана в том, что он возник прямо из океана в процессе роста, создавая цепи островов. За миллионы лет лава на глубине сотен метров ниже поверхности океана постоянно вытекала через щели и трещины литосферы Земли, остывая слоями и постепенно увеличиваясь. В этом процессе, во время прорастания над океаном, создавались впечатляющие уникальные горные образования. Гора Килауэа продолжает вести себя немного иначе, чем большинство вулканов. Вместо того, чтобы уничтожать окрестности, этот вулкан выбрасывает равномерные потоки раскаленной лавы в близлежащие районы. Гора Килауэа классифицируется как щитовой вулкан, менее взрывной, громыхающий гигант вулканического мира. Это впечатляющее чудо природы стало одним из самых популярных мест для туристов на острове. И он продолжает изменять ландшафт Гавайи.